Приветствую всех на канале. Сегодня хотел бы снять ролик про свой гриндер самодельный. Вот он у меня как бы уже работал. Я его показывал немножко в ролике про метательные ножи. Есть у меня на канале. Вот. Немножко пройдусь подробнее. Как бы идея не новая, в принципе. В интернете их хватает. Ну, хочу просто показать свой вариант. Основание. У меня тут такая дюралевая пластина была. Вот. Я ее как бы так классно сюда подошла. Вот. Сам двигатель крепится на уголке 80-ки. Вот. Двигатель использовал такой закрытый. Хотел сразу со стиралки. У меня их как бы есть немножко. А тут такой как бы нашел в загашнике. По-моему, сколько он тут? Ватт 600, по-моему. Но он как бы преимущество то, что он закрытый, как бы сюда стружка пыль металлическая не попадает. Вот. Как бы самое такое, наверное, для всех больной вопрос, это шкив. В качестве шкива я нашел такую вот чашку. Просто нашел, как бы на работе валялась. Дюралевая чашка. Не знаю, от чего она, такой какой-то стакан. Вот здесь как раз таки было отверстие маленькое по центру, то есть отцентрировано. Вот, я уже просверлил именно под проставку, которая одевается на вал двигателя. Тут токарь мне вытащил. Ну, то есть именно получается здесь посадочный подвал, а здесь уже переход под гайку, именно под эту чашку. Вот, механизм натяжения. А, вот как бы сварил здесь вот эту переднюю плиту. Вот. Сделал механизм натяжения на пружине. В качестве верхнего ролика использовал 5 подшипников, 205, по-моему. Вот. Как бы здесь тоже регулировка угла выполняется болтом. Как бы, ну, в принципе, у меня он почему-то вот именно в этом положении четко работает, лента никуда не сползает. Вот. По электрике. Здесь кондеры у меня, получается, по-моему, 20 микрофарад. Здесь собрал схемку. Вот. Так все включается. Тумблер. Поставил здесь лампочку для индикации. Вот. Сзади здесь еще надо будет... Не было у меня на двигателе крыльчатки и самого кожуха. Надо будет подобрать что-то, подыскать. Вот. Подошва здесь тоже сделал такой уголок. Взял здесь его, обрезал, приварил. Сделал. Тут как бы у меня получилась такая небольшая рабочая зона. Тут порядка где-то 7 сантиметров. Ну, этот гриндер такой малыш, в принципе, он... Двигатель слабенький, что-то такое серьезное он не потянет. Но я его главным образом делал для заточки стамески, сверл, ну и так, какого-то такого мелкого инструмента, ножа. Вот, поэтому как бы такое что-то серьезное им точить, во-первых, он не вытянет, ну как бы и не нужно. Вот необходимо сделаем более мощный станок. Вот. Ну вот как-то так получилось. Такой вот у меня... аппаратик. Ну, в принципе, доволен. А еще как бы я его почему еще таких размеров сделал. Сделал как бы под такую стандартную магазинную ленту под шлифмашинку. Сейчас не помню размер. Уже как бы износилась ее. Надо было заехать купить. Вот там ширина, по-моему, 75 миллиметров. Длина там, честно говоря, не помню. По-моему, там 750 или что-то такое в этом роде. Вот. Ну, как бы так проще не клеить. Ну, хотя, надо будет попробовать, конечно, и посклеивать ленты. А так, пока пользуюсь покупной, в принципе, точу немного, им поэтому хватает. Вот. Ну, как-то так, ребята. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки. Поддержите канал подпиской. Вот. Интересные разные с вами. До новых встреч. Всего доброго.